Несмотря на все ограничения, трехдневный марафон «Соколиные горы» состоялся и стал настоящим праздником для всех любителей лыж. Трехдневное лыжное противостояние в этом году посетили порядка 800 человек из 110 городов России, а также гости ближнего зарубежья. Борьба профессиональных спортсменов и просто лыжников-любителей развернулась на дистанциях в 51, 34, 17 и 10 километров. В этом году очень много именитых спортсменов, которые приехали к нам на соревнования из Ижевска, из Сургута, с Москвы. Есть чемпионы мира, Олимпийских игр, есть именитые мастера международного класса. Ну, в общем, достаточно серьезный, сильный состав. Поэтому очень рада, что, несмотря вот на такую ситуацию сложную в стране, они смогли выбраться, приехать к нам и пробежать эти непростые километры. Вячеслав – мастер спорта СССР по биатлону. Приехал на марафон в Самару из Ульяновска. В его копилке уже 10-е посещение Сокольих гор. После окончания большой спортивной карьеры на лыжах катается в свое удовольствие, а также тренирует молодое поколение спортсменов в Ульяновском Суворовском училище. Вообще я биатлонист, бывший, как бы скажем, мастер спорта СССР еще. Ну, потом увлекся после того, как вот закончил большой спорт. И лыжами интересно кататься. Вот так ездим на марафоны, в ближайшие города особенно, где вот тут Казань, Тольятти, Самара. Организацией марафона в этом году занимались и волонтеры. Ребята угощали спортсменов горячим чаем, встречали и награждали лыжников на финише. «Сокольи горы» — не первое спортивное мероприятие в копилке общественной организации Георгия Миронова. В основном у нас сейчас беговые старты. Это лыжи, это беговые и дистанционные. То есть это лыжи, это плавание, это бег, это велосипед. Хотя мы принимали участие в таких моментах, как бокс, Iron Star — это триатлон, и делали Самара Open Basket. Большой турнир, который был в 2019 году. В 2020 он был очень камерный, волонтеры не понадобились, потому что была ковидная ситуация, но сами прекрасно понимаете. Марафон «Сокольи горы» проводится уже 7-й год подряд. За это время из любительского локального мероприятия он превратился в полноценный трехдневный фестиваль и был включен в серию лучших лыжных марафонов России «Раша Лопет». Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.